Приветствую всех на своем канале. И сегодня я хочу показать, как вязать сердечко. В предыдущем видео я вязала мишку с сердечком. И так как это вызвало интерес, меня попросили показать, как я это делаю. Поэтому я начну с сердечка. К мишке я связала вот такое сердечко. Но, по-моему, это сердечко смотрится лучше. Ну что ж, приступим. Сегодня я покажу, как вязать сердечко. И буду использовать я вот такую плюшевую нить. Крючок у меня 2,5. Это самый большой, что я нашла. Буду использовать невидимочку, чтобы отмечать начало ряда. И кроме всего этого, мне еще понадобится заполнитель. Это я распорола одну подушку с Икеи. Ну что ж, приступим. Я беру нить и делаю просто вот такой вот узелок. И вяжу 2 петли. Можно делать кольцо амигуруми, мне больше нравятся 2 петельки. И теперь в первую петельку вяжу 6 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь нам надо в каждую петлю сделать прибавку. Если у нас сейчас 6 петель, то будет 12 петель в конце ряда. В каждую петлю мы провязываем 2 столбика. Раз, 2, следующую, это вторая прибавка, третья, четвертая, пятая, шестая прибавочка. И здесь у нас должно быть 12 петель. Следующий ряд мы делаем одну петлю без накида и одну прибавку. Провязываем первую петельку и отмечаем начало ряда. Одну провязали, делаем прибавочку, 2 петли в одну петлю. Снова провязываем 1 столбик, делаем прибавочку, провязываем столбик, в следующий делаем прибавочку, провязываем столбик, в следующий вяжем прибавочку. Снова провязываем столбик, делаем прибавочку, провязываем столбик и делаем прибавочку. На данный момент у нас должно быть 18 петлей. Четвертый и пятый ряд вяжем просто столбики без накида, 18. Вяжем первый столбик, отмечаем начало ряда. И дальше вяжем в каждую петельку. И провязываем четвертый ряд и еще один. Я провязала четвертый и пятый ряд по 18 петелек. Делаю соединительную и обрезаю ниточку. Оставляю примерно 10 сантиметров. И вяжу еще одну такую детальку. Вот я связала 2 половинки.
И теперь будем их соединять. Вот беру половиночку, где нитка была обрезана. Тут у нас соединительная. И вот в следующую. И провязываю. Это будет один столбик. 7 столбиков по одному краю. Второй столбик. Третий столбик, четвертый столбик, пятый, шестой, седьмой. И делаем убавочку. За одну сторону прикрепимся, за вторую цепляемся. Вот у нас убавочка есть. Снова делаем 7 столбиков и одна убавочка. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Одна и вторая вот эта петля, которая у нас тут была. Убавочка. Теперь также вяжем по второй стороне. Вяжем 7 петлей, 1 убавочка, 7 петлей, 1 убавочка, 7 столбиков, точнее сказать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И делаем убавочку. Цепляемся за края. Снова делаем 7 столбиков, 1 убавочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот 2 петли остаются убавочка. У нас получается вот так вот. Теперь мы будем вязать по кругу. Здесь у нас остается дырочка, но мы потом ее зашьем. Теперь мы по одной стороне вяжем 13 петель, делаем убавочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И вот остаются 2 петелечки для убавки. Также вяжем и эту сторону. 13 петелечек, 13 столбиков, 1 убавочка. Ну вот я провязала вторую сторону. И теперь, прежде чем вязать дальше, нам надо зашить вот эту дырочку. Складываем пополам. И ниточку, которую мы оставили, можно иголочкой, можно крючком. Вот у нас все зашито. И делаем петельку, чтобы закрепить ниточку. Хотя она и так уже никуда не распустится.
ниточку оставляем внутри. Теперь у нас по кругу получается 28 петлей. И все эти 28 петлей мы просто провязываем. Смотрим, чтобы нигде не было дырочек. Так, у бабочки здесь было 28 петель. Три, четыре, пять и по кругу. Я провязала 28 петель и следующую 28 столбиков, извините. И следующий 9-й ряд будем вязать 5 столбиков без накида. Одна убавка. На каждой стороне у нас получится по 2 убавочки. Раз, два, три, четыре, пять. И делаем убавочку. Хватаемся за края петли. Есть. Раз, два, три, четыре, пять. И снова делаем убавочки. Одна петля, вторая. И вяжем вторую сторону. Так же само. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем убавочки. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем убавочки. Десятый ряд. Вяжем 4 столбика, 1 убавочка. 4 столбика, 1 убавочка. И со второй стороны так же само. Раз, два, три, четыре, убавочка. Раз, так, ниточку, два, три, четыре, убавочка, не схватить. И вторую сторону также само вяжем. 4 столбика, 1 убавка. 4 столбика, 1 убавка. Следующий ряд, это у нас будет 11 ряд. Вяжем 3 столбика, 1 убавка. Раз, два, три. Одна убавочка. Снова раз, два, три и одна убавочка. И вяжем вторую сторону. Ну, на этом этапе можно немного заполнить сердечко. И вот оно уже получается у нас. Следующий ряд вяжем 2 столбика, 1 убавка. Уже идем на убыль. Один, два и убавочка.
1, 2 и убавочка. И вторую сторону вяжем. 1, 2. Извините за соседей. Вечером ходят на каблуках. Убавочка. Так, правильно я? Правильно. 1, 2 и убавочка. Можно добавить еще наполнителя немного. И следующий ряд вяжем 1 столбик, 1 убавочка. 1 столбик, 1 убавочка. 1 столбик. 1 убавочка. Один столбик, так, без наполнителя, одна убавочка. Снова один столбик, и так будем заканчивать. Одна убавочка. Думаю, наполнителя там уже хватит. Снова делаю один столбик и одна убавочка. Вот чтобы у нас получился такой остренький кончик, делаем тогда еще один столбик и убавочка. Еще один столбик. И тут уже закрываем. Тут уже смотрим, за что можно зацепиться, чтобы все закрыть. Вот что у меня получилось. И сейчас я вот эту ниточку оставлю, небольшой отрезок. И закреплюсь. И теперь заправлю ее вовнутрь. Вот что у меня получилось. Ну вот, мое сердечко готово. Надеюсь, вам мое видео понравилось и было понятным. Я недавно вяжу, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, конечно же, пишите. Я даже сниму еще отдельное видео с более подробным описанием. Конечно, оно будет более длинным. Не забывайте ставить лайк. Мне будет очень приятно. А вам успехов и до новых встреч. Пока-пока.